Следственным управлением УМВД России по Приморскому краю направлено в суд уголовное дело в отношении организатора группы, которая специализировалась на незаконной рубке лесных насаждений. В ходе следствия было установлено, что в 2014-2015 году на территории лесничества злоумышленники вырубили деревья ценных пород. Это ясень, ильм, ель, осина, орех и кедр. Организатор нелегального бизнеса оформил документы для придания вида законной деятельности по лесозаготовке на арендуемых участках. Предоставил территорию для хранения заготовленной древесины, организовал ее сбыт. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, превысил 33 миллиона рублей. Противоправную деятельность членов группы пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Лидеры и активные участники группировки были задержаны. Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Приморскому краю были возбуждены уголовные дела по статье 210, а также статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. На период следствия по решению суда организатору была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.